Здравствуйте, меня зовут Зарина и с вами China Campus Network Узбекистан. В данном видеоролике я расскажу вам о документах, которые нужны при поступлении в университеты CCN и также прохождении программы IFP. Первое – это оригинал паспорта абитуриента. Второе – это оценки. Для тех, кто еще не окончил учебу, нужен оценочный лист или школьный табель с переводом на английский язык. Если вы закончили среднюю школу, то нужен оригинал аттестата. Для аттестата перевод не нужен, так как он выполнен сразу на трех языках, в том числе и на английском. Третье – это рекомендательное письмо на английском языке от имени директора или завуча с места вашей учебы. Пишут его на фирменном бланке с подписью и печатью. Если рекомендательное письмо сделали на русском или на узбекском языке, то нужно сделать перевод на английский. Четвертое. Мотивационное письмо. Это творческая работа абитуриента, где он описывает свои цели для поступления в университет. Пишут его на английском языке в Word-формате от 700 до 800 слов. Пятое. Необходимо фото на белом фоне 3x4 или 4x5. Если вы подаете документы онлайн, то нужны четкие скан-копии в электронном виде. Это был список необходимых документов для поступления в университет. С вами была Зарина из China Campus Network. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки. Оставляйте свои вопросы в комментариях. До скорых встреч!